Привет, меня зовут Женя, это «Сильные новости», рубрика «Короче», погнали! А чем вы можете похвастаться? Рыбак из Речицы выложил в сеть фото своего последнего улова. Мужчина словил в Днепре, недалеко от Речицы, 32-килограммового сома практически в мой рост. Уменьшено вменяемое. Гомельчанке дали наказание в виде домашней химии и принудительного лечения у психиатра за то, что та надругалась на госфлагом. Что же она сделала? Сняла с кронштейна флаг, бросила его на землю и потопталась по нем ногами демонстративно. Вот такое наказание ей в итоге прилетело. И снова внушительные размеры. Гомельский фермер выращивает на своем участке 300-килограммовые тыквы и 30-килограммовые арбузы. Его фермерское хозяйство находится в Цигели. И чтобы поднять 300-килограммовую тыкву, приходится использовать подъемный кран. И тяжеловесы на День города планируют приготовить кашу и угощать всех гостей.